Так, привет, друзья! По просьбе одного из зрителей канала, то есть конкретно Павла, очень активного подписчика, я прокомментирую сегодня коротенькую партию, выигранную мной в королевском гамбите. То есть пара проигранных мной партий есть, ну и он попросил хотя бы одну выиграть. Опубликовать. Партия игралась 18 мая 2019 года. Моим противником был мастер спорта Михаил Сергеевич Соловьев. Ну, как вы догадываетесь, вряд ли это, ну, эта партия не явилась украшением турнира. Хотя в этом турнире, например, комбинация, которую я провел против Александра Владимировича Лысенко, принесла мне приз газеты «Уральский рабочий» за творческое достижение. И ей я тоже как-нибудь поделюсь, а пока что давайте посмотрим эту партию. Итак, королевский гамбит, самый принципиальный ход g7, g5, я сыграл слон c4, тоже один из самых популярных ходов, хотя на самом деле ничуть не хуже, конечно, ни ход d4, ни ход h4, в общем-то, белые без пешки и полной компенсации у них нет. Тем не менее, королевский гамбит иногда играют, вот в частности, в Москве в 2010 году, я так понимаю, в блиц, наверное, была сыграна партия Накамура-Андрейкин. И в ней встретился натуральнейший гамбит Муцио, то есть g4, gf. И теперь черные вместо ферзь f6, стандартного классического хода в этой позиции, сыграли слон h6. У белых теперь полная компенсация. В какой-то, на 12-м ходу они прошли мимо выигрыша, впрочем, здесь ферзь f6 тоже еще было возможно, и компенсацию надо доказывать. То есть не так все просто. Может быть, я и заблуждаюсь. Ну, компенсация есть точно. Вот. Михаил Сергеевич сыграл слон g7, этот ход более популярен, и я тут же ошибся. Я сделал самый естественный ход рокировки. Намного сильнее d4. Так, в 2014 году, всего 5 лет назад, играл Жамсаран Цыдыпов. Ныне это очень неплохой гроссмейстер. Но 5 лет назад он был еще очень юн, поэтому вот королевский гамбит входил в репертуар. После d6 рокировка слон e6, у него нейтрализовали слона вместо классического хода h7, h6, и компенсации за пешку у белых нет. Надо жертвовать дальше, надо ходить g3, оставаться без качества после слона h3. А после слона e6 у белых уже полный порядок. Центр укреплен, хотя тоже, конечно, полной компенсации быть не должно. Ферзь b3. Здесь черные могли просто пожертвовать пешку e6 ради того, чтобы опередить в развитии. Пешка f4 серьезно подрезала слона c1, а пешка c3 не позволяет белому коню выдвинуться на привычное поле. То есть после конь d7, скажем, ферзь бьет e6, ферзь e7, ферзь e7, конь e7, у белых, несмотря на то, что они отыграли пешку, позиция явно хуже из-за проблем с развитием королевского фланга. Нет, давайте красненьким выделю. Королевский фланг. Ну а в партии было ферзь c8 и после h4. Вот, кстати, тоже едва ли сильнейший. Надо сначала, насколько я понимаю, как-то e5 может пойти. Или конь d2. То есть как-то развитие белым надо заканчивать. Вот, но Жамсарану удалось и без развития ходом h4 справиться.
Здесь черные должны были просто укрепить центральную пешку по максимуму. Вместо этого они пошли g4. И это удивительно, но позиция, видимо, у них уже не держится. На e5 последовало слон бьет f4. Нельзя брать, потому что после ладья бьет f4. Черные попадают под страшнейшую атаку. Угрожает ферзь f7 шах. И ферзь бьет g7. На король d8 последует ладья f7. Приходится играть как-то ладья h7. И жесткий ход e5, похоже, заканчивает эту партию. Белые просто дальше ходят конь d2, ладья а, f1, а черным развиться невозможно. После конь c6 еще один удар, слон бьет e5, и Жамсаран выиграл в 13 ходов в чемпионате страны, насколько я понимаю. Россия 2014 у меня записано. Вот я сыграл слабее, я сделал рокировку, и был здесь очень хороший ход. h6 самый простой, а после g4 от меня требовалось найти ответ конь e1. Но королевский гамбит, как вы помните, играли в шахматные романтики, они назад конями не любили ходить. Им казалось, лучше остаться без лошади, но не отступать. После конь e1 у белых лучше, неожиданно, скажем. Слон d4, такая попытка скороспелой атаки, приводит после точного ладья бьет f4. Тому, что черные жутко отстают в развитии, а на h2, как мы видим, продавить не удалось. То есть партия заканчивается, слон на e5 теряется. Но другие ходы, кроме слон e5, ничуть не лучше. Вот. На эту тему была партия малоизвестных шахматистов у меня вклеена в базу. Я сыграл d4. Ход слабый. Хотя так играли. После gf играли ладья бьет f3, например. И тоже партию выиграли. Я взял слоном на f4 в надежде, что у меня возьмут на g2, и я начну закидывать... кидаться материалом, то есть, скажем, fg, слон бьет f7, и если теперь король бьет f7, то после ферзь h5 белые ставят мат. Король e7, слон d6, король бьет d6, вряд ли я это все мог посчитать, но вера в себя, в общем, позволяет найти, в общем. Про слон бьет f7 я знал, что в случае такая возможность может. Но у черных был, конечно, холодный душ. Для белых они могли сыграть d5, и надо либо бить ед, максимально затупляя слона c4, на что уже возможно. Поэтому после ед возможно fg. Либо бить слоном на d5, тогда слон выскакивает на g4 с угрозой f2 вилкой. И черные должны отбиться. В партии последовало d6. Ферзь бьет f3. Ну, сейчас после слон бьет d4 тоже полной компенсации нету. Ни после король h1, ни после слон e3. Я пошел король h1. А пошел бы, наверное. Вот, конь c3. Здесь можно пойти h5, но проще всего сыграть слон e6. Скажем, слон бьет e6, fe. Слон бьет d6. С идеей поставить мат на f7. Видимо, ферзь бьет d6. Конь b5. Компьютер какую-то забавную игру тут ведет. Ферзь f7. Король d8. Конь бьет d4. У черных, в общем-то, два лишних коня, но они как-то разобщены. И к выигрышу здесь ведет только один ход. На конь бьет d4 будет ферзь f8, ферзь бьет a8. И уже у белых лучше. Но после коня h6 похоже, что черные выигрывают. У них осталась лишняя лошадь. Одна. Но король прячется на b7. Вот. В партии же черные сыграли ферзь e7. И я должен был немедленно сунуть e5. С целью как можно быстрее
продавить пункт f7. Вместо этого было сыграно конь c3, черные снова могли взять на d4, и вот эта позиция совершенно неясна. У белых есть несколько возможностей, например, ферзь g3, конь c6, слон бьет g8. Ну, пешек поровну, но черные заканчивают развитие, и позиция, наверное, с неплохими шансами на уравнение. Хотя пешка f6 все-таки слаба, а слон должен быть сильнее, ну, не хуже коня, потому что у коня только одно опорное поле e5, там его слон легкостью удалит с доски. В партии же последовал слабый ход c6, и после e5 все вскрывается. То есть на d e будет слон бьет e5, ладья e1, и быстро белые матуют. А после d5 слон бьет d5. Нельзя бить, там последует на cd, а, и не бить-то нельзя, кстати. Грозит конь e4, конь d6. К тому же слон может просто отскочить теперь на b3 или на c4. Вот. А после cd конь бьет d5, надо оставаться без ферзя. Попытка спасти, ну, на f8 идти нельзя, конь c7, конь бьет a8. Пункт f7 черные тоже должны держать, ну, тут достаточно простой удар e6, бить ферзем нельзя из-за конь c7 вилка, а после fe ферзь h5 на король d8 последует слон g5, и партия заканчивается, то есть черные теряют вообще все, что можно потерять, а после ферзь f7 у белых образуется лишний ферзь, при этом на король бьет d6, белые не на f7 возьмут, а пойдут ферзь c5 шах, король d7, ладья бьет f7 шах. И, в общем-то, мало того, что лишний ферзь, еще и атака продолжается. То есть вот так 15 ходов. Но должен сказать, что Михаил Сергеевич был очень сильный тренер, очень неплохой тренер. В 95-м году, как игрок, он уже, конечно, был далеко не тот, что в 70-е, 80-е годы. То есть мастером спорта СССР он стал вполне заслуженно. Вот. Но, опять же, я боюсь, что ему страшно не хотелось отнимать у меня очки. То есть есть у меня такое подозрение, что в этой партии Михаил Сергеевич не мог себя заставить бороться в полную силу. Ну вот так вот. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее.